Ну вот опять дед помолодел. Вот там на реке уже который день идут какие-то соревнования, только я не пойму. Огорожен участок реки флажками. Какие-то катера плавают. То ли соревнования по рыбной ловле. Троллингуют, спиннингуют что-нибудь осеннее. Сейчас самое как бы соревнование. То ли спасают кого-нибудь, учатся. Может, меня приедут, спасут. Хотя мне этого не хочется, чтобы привлекать сильно к себе внимание. Так, ну вот где ты ожил.